С 4 по 30 октября 2019 года в Республике Беларусь пройдет перепись населения. Пройдите опрос через интернет с 4 по 18 октября. Или на стационарном участке с 4 по 30 октября. У вас не получилось пройти опрос через интернет? Вы все еще можете посетить стационарный участок или ответить на вопросы переписчика на дому с 21 по 30 октября. Опрос займет всего 5 минут на человека. Перепись населения. Взгляд на настоящее, шаг в будущее.